Терамобил, Нефтекамск, Янаульская 1А. Телефон 236-88. Нефтекамская команда выступила в трех возрастных категориях – 5-7 лет, 8-10 и 11-13 лет. В каждой из них воспитанницы «Орданца» заняли первое место. Можно сказать, что календарный год спортсмены заканчивают достойно. Однако впереди еще самые главные старты. Это Кубок России, который пройдет в конце ноября в Москве. На нем нашу республику вместе с «Орданцем» будут представлять команды «Инфинити», «Бэкфам», «Лаймочки», «Фридом» и «Крайм Крю».